Где он спасен? А, помнишь, чем в прошлый раз он закончился? Стреляли его с гранатометом в порт. Сука, боты дикие вообще. Да давай, Гену, Пешкова. А, блядь, ты любишь страдать, я смотрю. Смотрю, как Саня. Так... Поехали, хули. А, блядь, сколько объектов я поставил, сука, я не помню. Спаси три гены. Вот только нам трех ген Петушковых не хватало спасать, блядь. Ты спас гены Петушкова, и теперь еще в машину уходи. Насри под дверь главного гестаповца. Конечно, их два, блядь, заебись, спасибо, игра. Два гены Петушкова, один в воде где-то. И че, нам еще коммуникационную вышку взрывать? Моя любимая, нахуй. Че, серьезно? Да. У нас есть артиллерия, хули толку. Как обычно. Вышку разъебем. Да, если она работать будет. Я видно сзади. Да видно тебя, блядь. Еще как. Че, пойдем негра проверять? Че, пойдем possible intel? Ctrl-Shift-T должно быть. Очки протираются. Т. Да, да, отлично, спасибо. К негру, да? Ну так. Там где Comms Tower, который не надо взрывать, который, кажется, надо взрывать. Для которых я взрывчатку дома оставил. Заебись. Ну, у нас артиллерия есть, отойдем, блядь, бах. У нас артиллерия есть, блядь. В этой игре артиллерия через раз работает, блядь. Сам знаешь. Ну, вообще-то опционально, нам надо гены Петушкова спасти. Может, пиздутки по ним ебать? Ctrl-Shift-T, это же надо было бы какой-то хуйни дать у нас вообще, а? Где-то очки ты засрать успел. Мы высаживались, блядь, пылища была. Реализм. Пиздец, да. Так вот, в реальности я, блядь, не жму Ctrl-Shift-T, чтобы очки пробить. Ну, что негры были сильные, нет. Да не, негры не агрессивные. Все, забудь про них. Тебя так хорошо видно, нахуй ты по гребне бежишь. Да ни хрена не помню. Там стол летает. Ну, стол летающий, это possible intel. Придется, блядь, как в игре Control. От Remedy. Укращать, блядь, летающий стол, сука. Чтобы информацию с него там будет заебись. О, на 252 мужика. Петухов вижу. Да-да-да, вон он. Давай ебанем по ним. Да и гражданский слева. Давай вызовем артиллерию, разберемся. Ну, форматора положить нехуй просто. У нас нет артиллерии. Она заглючила его. Ну туда патруль еще в туловище шел в ту сторону, я в 54 положил. Это твоя работа, я вижу. Надо въебывать, сейчас не скроется. Цивилен был, значит. Какого цивилена? Я по америкосу стрелял. Попал в цивилена. Да не было там никого. Мне это не написали. Чудеса, блин. Батюшка ходит. Как ни в чем не бывало, блять. Боженька, защитит мой кофе. Не хочу в то место прийти посмотреть, где там гражданский. Сука, тут америкос меня ранили. Там стоял как? Я вилку. Тут какой-то, блин, гражданский бегает. С волной. Да, я ж поставил, у меня агрессивный, ну чё за хуйня? 75 метров впереди. Ёбать, какая. Да, видимо, случайно шальной пулей ему стал. Реально гражданские. Вот это вот. Ебучие муджахеды.
хорошо на улицу вывалился. Тут полный дом этих бичей. В балаклавах с автоматом? Да. Все, наверное. Обожаю, блядь. А, вы уёбки. Сходили за хлебушком, блядь. Пиздец. Так, я нашел зачарованный стол. Попробую сейчас с него данные снять. Маджихеды вроде все умерли. Так, ну я собрал интел. Он с информатором встретился. А кто из них информатор, блядь? Город трубов. Налетели на какую-то толпу маджихедов. Пиздец. Такого мужика поднял. А теперь ёбнуть вышку. У нас динамита нет, блядь. Потому что ты сказал не брать. А, сейчас я без дудки въебу. Но... Да хуй, она бронированная. Блять, отпечаток остался от того места, где я ебал, блин. Хоть бы хуй, стоит. Положил. Гражданский опять маджихед был. Тебя, сука, стрелял. Самое удивительное, только ты умер, но даже никто не ранен. Кто-то шмаляет. Поманил одного там еще. Не, он не гомоненый был, пострелял. Одного убрал. Еще один прячется. А он где-то прячется за... Готов, да? Он где-то прятан. Походу... Ну да, походу да, все. Ну вон рисовал, ему рядом с геном находится. Иди. Слушай, там этого гена обложили. Если будет по карте, там и блокпост, и еще всякая фигня. Сука, ресаплай в жопе. А самый пиздец, знаешь, чем? Мы эвакуацию не можем вызвать, я взял РТС-овский. Ну... Вы не хили, как бы не хили. Следуй за мной. Заебись, блядь. Не понял. Че такое? Ну, на карте Америкос высветился. Бывает. Буквально типа перед вами. Три слева от вас. Три америкоса, типа. О, блядь, да, реально, на нас! Чё, реально? Одного нашего убили, ёбан. Блядь! Суки! Да случайно на них вышли, блядь, они тоже попутали. У них интел. Там у берега две лодки резиновых есть. Еще на берегу блокпост. С палаткой, там Гена, наверное, сидит как раз. Да, он всегда в палатке сидит, сейчас прибежит. Ты там это, не геройствуй, в прошлый раз один был сбежал, блядь, стреляли в упор. Подожди нас, позади тебя один. Я до камней добегу. Иди чекпоинт прямо перед нами, вот за этими кустами. За камнями еще. Там гряда камней небольшая, там же чекпоинт. Оки-доки. Дай. Ох, ебать, у них гранатометы. Тебе въебали, да? Медик тебя нашел. Ух ты. Впервые такое. Такое бывает. Я сам нахуй. Вижу цель. 100 метров. Вправо. Слева бегут. Они за камнями. Дым пустили, пидоры.
вроде угомонил. Так, мы нашли его. Где-то там. Ну они гену уводят. Что новенькое? Их трое, блядь! О, нет. Вот это вообще не хватало только. Патроны кончаются. Как что-то. Один угомонился. Второй угомонился. Ёбаный дым, я нихуя не вижу. А, это ты, блядь, я чуть в голову не засадил. Спрашиваешь, как мог своего попасть? Ну а видишь, я не выстрелил, блядь. Выстрелил. На ларьке чему сидел. Он жив? Че тут? Да, труп. Я, пожалуй, бинтовочку спижу. Луч с прицелом. Где-где-где? Ага, вижу. Че, подожди, перепакую. Да лучше пизди их. Хуя. Заебись. Че, о, у него окоп, у него 4-кратное увеличение. Охуеть. Может быть, имплейсмент попробовать зачистить. Вначале, да, зачистим имплейсмент, а потом он в жопу зайдет. Имплейсмент прямо внизу. Двоих положил. У меня там вообще никого не вижу. Потому что у меня 4-кратный прицел, блядь. А, подожди, они на это, они на моле, имплейсмент слева. Я их положил. Подожди, они на пляже, что ли? Ну, на космос на пляже. Ап! Пидики, блядь, выбежали хуй пойми откуда, вбивали по мне. Ты живой? Да я жив, блядь. Я, по-моему, 3 патрона попало. Сука. Мы еще домовых упустили, пидора. Надо уходить с этого ебаного поля, пока вас не уебали. Я из-за дыма нихуя не вижу, ты жив? Да. Как они заебали, суки. Домовой завесы, блять, нихуя не вижу, пидоры. Цель уничтожена. Судакова нашли, блять. И убили его. Блять! Какой пидор его застрелил? Это был я. Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо большое. Ты заебал, блять. Ты заебал. Я бы не возмущался, это был если бы это первый раз, блять. Ты постоянно так делаешь. Ну хрен ли он убегает в разгар. Его спасти должны были, блядь. Покажешь ты потом журналиста, которого ты ёбнул. Что тебе журналисты плохого сделали? Слушай, ты хотел целую деревню разбомбить. Артиллерии. Ну что ты начинаешь? Сука. А у меня ножки полные. А, я сейчас на тебя медика позову, подожди. У тебя ножки правят. У меня такое тоже было. Медика только не убей. Где ты находишься? Прием. О, отлично.
пойдем Гену спасать. Спасать, ага, этого не убей. Гену-то обычно не ходит, если приказать. На тебя же он выбежал. Ты не Гена, а журналист какой-то. Это Гена журналист, которых ты ненавидишь за что-то. Ну ты красавец, наверное. Наверное. Молодой ему дальневосточник, блять, на тебя выбежал. Ты не сдержался. Перезадыч. Визаныч ебнул. А он Визаныча спасти, а ты его ебнул. Ты правильно. Тем прицелом неудобно вблизи стрелять. Подожди, да здесь же альтернативно, да? О, альтернативный говно, сука. Залей сарай. БЛЯТЬ! Моментально убили. Убит. Я забыл, что ебаная М-ка не стреляет очередь, я один раз выстрелил и стою, смотрю на него. Это холдовое было. Блогрюню-то кинул, блять. Ебалось. А вдруг там Гена сидел? Да одного уже убили, блять, чё тебе жалко, что ли? Ready. 8, готов. Блять, ну Андрей, ну что ты делаешь нахуй? Андрей, не двигайся, не двигайся, ты волку отпихиваешь. Что ты наделал? Она, блядь, дрифтует или куда где? Ну, блин, я из-за тебя не могу отъехать от берега. Из-за меня, блядь, я вытолкнул лодку куда куда. Все, все сели. Еду. Я нихуя не вижу. Она главное просто за квадрат выйти, да? Поебать меня. Я нихуя не слышу, честно. Ча? Им бы лодок не было, что бы делали. Поиграли, блядь, побыстрее. Пиздец был. Пиздец был.